Приветствую! Из недавнего заявления Михаила Федорова мы с вами узнали о том, что реестр военнообязанных носит название ⁇ Оберег ⁇ заполнен на 90% и уже фактически работает. И, конечно, нас интересует вопрос, а какие правовые основания для работы этого реестра, какая информация содержится там о человеке, как она туда попала и соблюдены ли в этом случае правила защиты персональных данных. Ну и, конечно, поговорим о том, а может ли человек узнать, какая информация о нем есть в реестре и есть ли она вообще, как получить эти данные. Итак, отвечая на первый вопрос, хочу сказать, что закон о реестре военнообязанных есть. И этот закон принят еще в 2017 году и просто до сих пор реестр по сути не работал. И мы знаем, что, являясь в ТЦК и СП, мы там видели бумажные личные дела, а отнюдь не компьютеры. Хотя уже мы видим, что все-таки наши бумажные личные дела, видимо, были оцифрованы. Итак, что есть в этом законе? Какая информация в соответствии с законом содержится в реестре? Смотрим. Вот этот закон называется про единый державный реестр призывники, военнообязанных и резервистов. Ссылочку я на него, естественно, оставлю в описании к данному видео. И вот здесь мы сейчас посмотрим с вами статью седьмую. И вот здесь содержится перечень персональных данных, которые содержатся в этом реестре. И мы видим здесь имя, отчество, дата рождения, пол, место проживания, гражданство, информация о занятости, смотрите, вплоть до того, что здесь код предприятия, место работы, должность даже. И много-много всего. Вид цифрованный образ облыча особый. Даже вот так, даже фотография там ваша есть. И всего насчитывает 22 пункта здесь и если кстати будут внесены изменения там количество информации еще увеличится теперь вопрос а как эта информация туда попала каким образом здесь э, в законе есть статья 14 которая в которой написано, как туда попадает информацию. Ну, во-первых, во -первых, сам военнообязанный подает это, да, то есть, когда вы приходите обновлять данные, то вы, соответственно, даете о себе информацию. Но давайте посмотрим, что еще здесь есть. Здесь сказано, что актуализация базы данных реестру здійснюється на підставі відомостей, что вносятся органами ведення реестру, Органами ведення є ТЦК і СП, а також СБУ, а також шляхом інформаційної взаємодії між реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами, банками даних, держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи, зазначені в цій частині. Тобто, Данные в реестре появляются из других реестров, но только государственных. И вот посмотрите, из каких реестров здесь появляется информация. Центрального органа выконавчей влады, что реализует державную политику в сфере державной регистрации актив цивильного стану. Но это Минюст. Я дальше вот эту фразу не буду читать про центральный орган выконавчей влады, но оно везде здесь упоминается. У сферы миграции это ДМС, Державная миграционная служба. Дальше. Державную податковую политику это налоговая, то есть из налоговой берутся данные о том, где вы работаете. У сферы охраны кордону, то есть из базы пограничников будет браться информация. Державную политику в сфере освиты и науки, то есть из Министерства образования и науки будет браться эта информация, естественно информация о том, сколько у вас образований, если они, учитесь вы сейчас и так далее. Эта информация важна в контексте получения отсрочки. У сферы охраны здоровья тоже должна браться информация о инвалидности, о состоянии здоровья человека. Пенсионный фонд, офис генпрокурора, Державная Судовая Администрация, Национальная полиция Украины, а еще, если мы обратимся к закону о э, едином государственном демографическом реестре, то там мы тоже можем найти информацию о том, что э, персональные данные человека передаются из этого реестра, вот до, вот, смотрите, передаются до единого державного реестра призывников, військовозобовязанных и резервистов. И, конечно, у вас здесь возникает вопрос, вопрос простой, а не нарушает ли это правило защиты персональных данных? А чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, как вообще построены законы и как построены правила, находящиеся в этих законах, и мы с вами вспоминаем, что всегда есть общее правило, да, и в соответствии с общим правилом у нас что? Только человек дает согласие на использование и обработку своих персональных данных, и без моего согласия никто не может их использовать. А дальше у нас всегда есть исключения, у нас всегда есть исключения из этих правил. И вот эта ситуация, которая, о которой мы говорим, это исключение из общего правила, поскольку законом предусмотрено такое ограничение. И закон говорит, что да, вот ты должен всегда дать свое согласие на обработку персональных данных, но в тех случаях, когда мы установили законом, Твое согласие не требуется. Вот так у нас интересно получается. Ну вот, тут знаете, какой вопрос. Вот нравится тебе, не нравится, а все равно депутаты проголосовали и депутаты сказали, что мы законом устанавливаем, что мы можем без твоего согласия передавать данные отсюда туда, оттуда туда, оттуда сюда и все. И все. И, к сожалению, вряд ли в суде получится там отстоять ту позицию, что, мол, вы передали эти данные без согласия. К сожалению, потому что закон принят и он действует. Вот такая ситуация. А теперь поговорим о том, а может ли человек узнать, а содержится ли о нем какая-то информация в реестре на сегодняшний день? Ну вот если он там давно не обновлял данные. И вообще, а какая информация о нем содержится? И для этого мы сейчас опять быстренько посмотрим с вами закон. Но перед тем, как мы начнем смотреть закон, я вам хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в YouTube-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал будет в описании к данному ролику. А теперь смотрим снова закон про реестр военнообязанных. А в законе про реестр военнообязанных есть статья 9, в которой написано, что призывник, військовозобовязанный та резервист має право отримати информацию про своє включення, не включення до реестру та відомості про себе внесені до реестру. И, конечно же, вопрос, а как это сделать? Право у нас есть, право закреплено, а как это сделать? А чтобы это реализовать, нам нужно почитать Порядок ведения реестра и в порядке ведения реестра записано, что для того, чтобы получить данные о себе, нужно обратиться лично и письменно подать заявление с идентификацией себя, естественно, либо же обратиться в электронном выгляде через вот этот единый державный веб-портал электронных послуг, что обеспечивает формирование та реализацию державної политики в сфере цифровизации. Но, как всегда, есть но. Оно заключается в том, что э, вот через вот этот портал получить информацию невозможно, пока такой услуги нет, и нужно идти только лично, то есть не по электронной почте, не по обычной почте вы не сможете подать запрос. Вернее, запрос вы подать сможете, но ответа вам не дадут, потому что они трактуют это так, что ты лично должен прийти и лично подать заявление. И все. Вот так. Есть, правда, еще один способ. Этот способ называется адвокатский запрос. И нет, это не реклама. Я сейчас объясню, почему. Вы можете получить информацию о себе через адвокатский запрос. Но почему это не реклама? Потому что я вас скорее буду от этого отговаривать. Ибо, на мой взгляд, просто а зачем? А зачем вам это нужно? Понятно, что самостоятельно вы не пойдете в ТЦК и СП, чтобы просто узнать, какая информация у вас есть. Но для тех, у кого отсрочка, это не страшно, вы можете это сделать. А если вы сами не хотите идти, то скорее вы не очень хотите с ними общаться по каким-то причинам. Но вопрос, а нужно ли им напоминать о себе? И в этом смысле, когда многие кричат, что давай-ка сейчас через адвокатский запад подадим и узнаем что и как, я вам скажу обратное. А оно вам не нужно. Когда время придет, вы и так узнаете, какая информация есть о вас. И в принципе об этом можно понять, исходя из того, что написано в законе, да, и мы уже можем понять какая же информация может у них о вас быть. В любом случае, если там эта информация есть, ну, значит, она уже есть. Поэтому не спешите, не спешите с адвокатскими запросами, вам это, скорее всего, на практике просто не нужно. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Ну а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока!